Всем привет, с вами Эльвира, и сегодня я в гостях у сестры бабушки. У нее в комнате, где я сейчас нахожусь, стоит прекрасное пианино. Ну вот, вы его видите, не буду шептать стул. Сегодня я буду играть, потому что я немножко умею на нем играть. Поехали! А потом буду сама что-нибудь придумать, что можно поиграть. Начнем. Помните ли? Хотя нет, я все помню, как я немножко научилась. Вы наверняка узнаете эту мелодию, которую я буду играть. Вот я немножко подвину строчек. Внимание, внимание, наступает Эльвира Крымова. Давайте начнем. Так, тут педали. Все как обычно. Мне кажется, вы все узнали эту мелодию, если узнали, то молодцы. Здравствуйте, я просто хочу почитать, как я играю. Здравствуйте. Сегодня прекрасную мелодию будет играть Эльвира. Я чуть не упала. Давайте попробуем. Еще раз. Допустим. Ладно, давай попробуем еще раз. Давайте попробуем еще раз. Соберемся. Что за звук, да?
Ладненько, с вами была Эльвира. Всем пока. Пока, я вас очень люблю. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.